театра предупреждает. Отложите ваши стаканы, через несколько секунд начнется. Мы и клещи. Отлично. Да. И секс. Значит, должна лаза до первого не дошли, я уже. Спускайтесь. Оттуда. Ладно, моя страховка сейчас работает. Что? Страховка сейчас работает. Чего? Рейс. Надеюсь, это еще рейс. Да, это рейс. Клещи ползут по ногам, Крис. Я вижу клещей. Они по ногам ползут. Что? Крапивка? Так, вы мне сразу скажите. Что ты думаешь, я пойду? Нет, подойди, Мей, подожди, Крис. Ты не хочешь, что на коленках надо ползать? Не знаю. Нет, да. Давай. Рюкзак с собой тоже забери. Да, он у меня есть, кому носить. Нормально, два рюкзака? Да. Думаешь, тому ли я дала? Дальше. Отдай сумку. Ну что так долго? Я смотрю. Кого? Крыс всякие. Да, есть они там? Мам! Мозг бежит большая. Ты рюкзак принимай. Как я тут с двумя рюкзаками. Там тоже платье кроме. Вы там не расползаетесь далеко. Я тут не расползаю. А мой? Алло, Вась. Да свой сам таскай. Давай. Ты чё, фраер? Ты чё базар? Где там? О, нащупал. Нет, здесь я нет. Так, подождите, не расползайтесь. Да, не. Слушай, если там кто-то живой, то это ладно. Это баллончик. Нет, я всегда с собой. Газовый. Всегда с собой. Аккуратно. Да подождите. Ну вот он. Уже нужен. Пошли. Дай спустя. Стой. Стой, говорю. Дай. Бля. Чего, мы не выбрались? Рассказывай, где мы находимся. Не буду рассказывать. А? Где-то под землей. Пускай люди пишут в комментариях. Тех, кто из города Таллин, точно как бы должны, в принципе, понять, где это. Такое старое место. В нем, в принципе, знают все, кто лазит. А зачем ты подписалась на это? Тебе еще плыть придется. Я тебе серьезно говорю. Мы резиновые лодки взяли с собой. У меня телефон. Все. Под ноги смотри постоянно. Потому что если кто-то сломает ногу, тащить обратно не будем, предупреждаю. Блин, сразу. Спасатели вызовем. Даже спасатели вызывать не будем. Как бы если человек жить захочет, то он явно выберется. Даже со сломанной ногой. Та-дам! Балком. О, нифига тут. Чё? Потолок ледяной. Чё?
Лезь на разведку. А, что это капает? Ну, да. Судя по следам, туда, да, нам туда. Моча. Блин. Что ты мнешься? Да сумку оставь здесь пока, я же тебе говорю, на разведку лезь. Че я мнусь? Так вы там не были? Были? Грязные, как говно. И, а что ты спрашиваешь? Бля? Ну, вдруг там засыпало. Не надо облокачиваться. Фу, что это? Да, идем. А? Сталактит. Зачем? В смысле, зачем? Это со стен. Вон, смотри, какие. Тебе нравится? Блин. Крис. Бля, сумки будешь принимать очень неудобно. Ну, давай. Ну нет, нет, только не говори. Там, надеюсь, стоять можно? Да. Ну не сразу. Пипец. Ну что я подписал? Че, идем? Дожди, мне надо вперед. Стой, Крис. Сумки как? Передавай Вове его сумку. Лучше подумай о моих кроссовках. Слышишь, Крис? Да. Ну то, что ты одела розовые кроссовки, это не нравится. Он тут сказал, он новый кот. На. Бля, я на мокрое придется ставить. Эх, пофиг, ты не мой портфель. Все, экскурсия. Да вот твой. Что? Фу! Что фу? Смотри, человеческие кости. Смотри, Крис. Да. Серьезно говорю. Что там у тебя? Волосы. Волосы? Смотри, вот Крис, иди сюда. Да не надо, я не верю. Вот смотри, вот это челюсть человеческая. Нет. Ты челюсть. Да нафиг тебе рассказывай. Вот смотри, Крис. Пол ноги, вот смотри. Вот. Можно тут же чифернуть. Чифербак стоит. Так. На это приключение еще не кончается. Да. Пошли. А? Уже поздно. Люда, лазь. Давай, давай, ты. Нам туда. Подписалась. Нет. Да. Да зачем туда? Надо. Ты сказал, не будет такой фигни. Будет. Я ничего не говорил вообще. Я сказал, что мы идем под землю. Я не знаю, я здесь не был. Пошли. Подожди, дай вперед залез. Держи. Мы и вернемся, но прикинь, что будет, если кто-то сюда начал подниматься или выходить оттуда. Нет, я посижу в телефоне. Бля, мы тут как ЧЗВ, конечно, будем. Это жесть. А? Как ЧЗВ ехать домой, конечно, жесть. Так что, идем? Ну, а что делать? Грязный тебе будет. На коленочках. Опа. Добрый хаун. Давай, давай. Подожди, потом портфель тебе Крис подаст. Или давай сейчас. А ты определись. В принципе, уже на штаны уже пофиг. У меня коленки грязные. Мне не уже... только. Я не дам свой. Пипец, Антон, блин. Что? Если еще такая будет, я останусь. Где? Ну здесь подожду вас. А, да? Да, я не хочу. Покажи коленки.
Ты молилась? Не, на следующее не полезно. Выводи деньги, мы едем на такси. Отсюда? Обратно. А, да? Да. Ну что, самое то в общественном транспорте. А? Че, куда? Направо, налево пойдем? Пойдем, что здесь где более сухо. О, смотри. Че? Масел. О. Я же говорил, здесь человеческие кости здесь. Че? Если вы до этого писали криминальные истории, не читал вас? Серьезно говорю. Чё это? И прикинь, над нами что-то построено. Какие-то вот эти вот склады, всякая фигня. Ну, когда эти склады пойдут вниз, они поймут, что мы совершили большую ошибку. И будут перестраивать. Вот когда-то здесь такими ведрами выносили, так сказать. Не было нормального инструмента. Всё, что здесь... Да это современное уже. Да зачем ты? Я, ну, Крис... Так она лазила здесь с детства. Она просто не помнит. В далеком прошлом. А если ты признаешь, ты здесь была? Да. You know I don't play right. Остановитесь у входа. Just give me the word, I... You know I don't play right. Don't give me this. I'm gonna get back when I feel like. You know I don't play right. I'll put up a good fight. Just give me the word. I... You know I don't play right. Прохладненько. Ну а что? А? Выход главный, найдите мне. Так а если что, обратно? Да. Как бы... Ты можешь вернуться, ты же хотела. Ты же не хочешь? А, знаете? Спасибо, хорошо. Не, по идее, мы должны в один заходим, и из другого должны выйти. Там, где нет воды, надеюсь. Ну, не знаю, не факт. Я, кстати, сразу не сообразил, что целую неделю дожди лили. Но уже поздно. Там просто фонарь выключаешь, и просто мгла. Бенел. Что ты там сидишь? Я немножко фотки делаю. Да. Он, смотри, как уверенно идет. Она стопудово здесь была. Я хочу, чтобы он быстрее кончил. А, уже? Да. Тебе не нравится? Нет. Почему? Грязненько. А? Грязненько. Да, как, а на острове было чище? Да. Ага. Кто здесь? Конечно, в розовых кроссовках. Ламодненько. Я думала, здесь... Вон тут, вон туда в какую-нибудь ступи. Все красивенько, а вы... Отдохнуть. Отдыхай. Устал? Давай встанем, постоим в темноте. Нет. Боишься? Ну, давай, ты же не боишься? Давай все ответим. Давай. Чего бояться-то? Слабо? Останавливайте. Ну. Выключаем свет? Да. Вова, падла, телефон светится. Мне нет, это у тебя. У тебя камера светится.
Нет, тут народу он много ходит, смотрите, сколько следов. Ну да. Это как бы такое место. Лучшее средство, да? От похмелья. Да? Куда пойти? Блин, сравните вавана роста и высоту потолка. Да, и так как я раньше любил плавать все-таки по всяким зданиям, складам, то здесь я не был. Опять переход. Что-то страшно? Нет. Обычно последнего он забирает. А, да? Ты веришь в детские страшилки? Так всегда было. Последний вещь нам попадал. Ты можешь рассказать нам какую детскую страшилку? Смотри, если мы начали идти оттуда, и там никого не было, то получится, что будет брать первого. Три. Поэтому я иду все время в середину. Расскажи нам детскую страшилку. Да давай уже. Прикинь, сколько мы идем, сколько переходов. А? Сейф есть? Сейф? Да. Да, в начале. И сколько времени все вот это вот рыли? Это руками рыли. Ну, вручную. Еще как бы никаких машин, я думаю, не было. Хотя, кто его знает, Петруху? Скорее всего, я думаю, это местами взрывали. И копали дальше. Возможно. Как один из вариантов. Не знаю, если кто-то знает, пишите, как это было в те времена, когда еще не было техники. Посмотри, они даже умели бетон заливать. Угу. А это-то бетонное залито. Стойте. Так. Встал, я хотел сфотографировать. Зачем? Не надо, пускай стоит. Вот, я ее задеваю. Вот, смотри, можно было здесь молочка попить. И возили. Как опасное производство. Это самогонный аппарат. Нет. Допотопный. Нет. Да, да, я тебе говорю. Не надо рушить мои детские мечты. А, да ладно, подними его. Че? Подними его. Прогнило. Днища нету. Это пушка. Ракета пушки петарда? Да. Нам обратно. А? Нам обратно. Почему? Там закрыто. Уверена? Да. Полностью присутствует. А одну прохода нет? Да? Ну тогда возвращаемся и идем в другую сторону. Что? Мы нашли тут какие-то странные колонны. И теперь как бы я сомневаюсь, действительно это строил Петруха, а не какие-то там египтяне. Вон еще вторая часть. Да. Тут они так вытесаны, смотри. Как. Понятно, его дело уже времени. Немножко подшатало их, но все же. Ой, замерзли как. Блядь, в моем возрасте здоровье надо беречь. Чай не молода уже. Так вот. Вы доживете до моих лет? Ну да, старушка-то уже все. Наоборот. Холодные ванны, эти криогенные, они омолаживают. Конечно. Поэтому я в свои два раза по 16 выгляжу, как будто мне всего 16. Не, ну если тебе до информации, Крис, под землей всегда стабильная температура плюс 13. Нам еще, кстати, надо будет чуть дальше проверить на уровень радиации. Че, мы снова на распутье двух путей? Поэтому будем решать, в какую сторону идти. Выключаем свет, крутим всех по очереди против часовой стрелки, и потом... Кто останется стоять на ногах, тот решает, в какую сторону. Давай.
Давай, вырубай. A few moments later. Чё, ты уже нырнула? Смотри под ноги. А тут уже интереснее начинается. О! Чё? Да? Идем дальше? Ну, конечно, идем. Да ты гонишь, она холодная. Потрогай рукой ее хотя бы. Ну и чё? Да ты какой? Ноги мокрые будут. Простынешь. С кем я пошла лазить? Детский сад. Боже мой. Да я в вашем возрасте. Загорала такой погоду. Да. Сапожки собрались одевать. Давайте, мальчики, давайте. Вот тот самый пакет, который мы обещали показать презентацию. Через пару минут вы увидите, что там внутри, увидите на нас. А, ну так ты взял на свой размер, наверное. Ну ничего, они здесь подтягиваются. Я хочу домой. Ты главное потом не рассказываешь. Тихо вообще, я показываю. Так она уже рассказала. Сейчас я тебе, давай, все. Типа, или сама разберешься. Ваши размеры все. Кто сколько может. Давай. Снизу. Так я говорю, как кофта. Ну да. Покаж. Да что смешного? Я такой не могу писать. Нормально, звони, скажи. Да, позвонить хочешь? Да. Да, давай. Маме сообщить, где я. Мама, ты что? Ищите меня. Пиздец. А, тут нет поля. Я тебе о чем-то. Мама! Не дашь мне барсет поснимать, я даже на барсет одеваю. Вы помните, куда нам идти? Нет, но я думаю, что туда. Хотя уже на самом деле столько переходов было, что я точно не скажу, куда нам. Ну погнали. Крыс немного гонит, она вроде как чего-то слышала. Я говорю, что у тебя есть ли полиция? Я говорю, здесь нет запрещающих знаков, значит, сюда можно спокойно проходить. А это же под охраной? Нет. Здесь нельзя быть зимой, когда здесь, значит, зимуют летучие мыши. Во все остальное время, в принципе, гуляют. Если знаешь, как туда попасть, если ты думаешь, что ты сможешь выйти, ты можешь приходить гулять. Вот тут началась лавичка. Как будто бы здесь должны были быть рельсы. Были. Может быть, они, кстати, и были. Были, были. Если что, карты у нас нету, идем так. Это у вас нет. Надеюсь, мы сегодня выйдем. Эй, у вас нет, у меня-то есть. Зачем ты это сказал? А? Зачем ты это сказал? Надо крик напугать. Ну зачем? Это, скорее всего, вообще по времени обвалится полностью. Ну и еще. У меня тут следов. Но, кстати, не факт, что эти следы свежие. Да. Они сохраняются, это очень долго. Им же ничего не будет через месяц, через два. Я даже скажу, через год. Они со временем станут чуть-чуть более рассеянными, они там останутся. Все, мы пошли. Че ты? Боишься? Боюсь.
А? Вон тут эти играют даже. Коды. Я забыл, как это называются, эти игры. Голодные. Да можете, если кто знает, описать. Чё ты? Водички-то больше становится, да? Ага, давай. Чё, типа протекает? Ну, походу. Да ладно. Или у тебя что? Нет, так я же тебе говорил, вода ледяная, ты хотела тут без кроссов идти. Просто было слышно, говорить громче, там тоже, потому что вода, соответственно, наша. Там, где вода, конечно, большой плюс тому, кто идет первый. Потому что дно прозрачное, и ты видишь все. Кто идет следующим, сразу поднимается вся эта муть, и ты не видишь, что у тебя под ногами. На ощупь. О, я сразу узнаю в чьи-то черные пакеты. Хочешь, чтобы я рассказал историю за черные пакеты? Можешь поделиться. Короче, был прикол, когда мы, в принципе-то, еще этим не занимались, не лазили, но решили сюда прийти. У нас не было ни болотников, ничего. Мы намотали на ноги черные пакеты и вот таким путем шли. Естественно, ноги промокли, естественно, пакеты порвались и не помогли, но это был так себе тоже прогулочка прикольная своего рода. Аккуратно крадется. Да. Чё? Конечно, маленьким не всегда быть удобно. Посвети мне на руку. А? На руку мне посвети. У меня уже шерсть дымом встала. Мне неудобно идти, у меня педали. Соскачки вот они небольшие эти. О, у меня тоже. Сами вот эти. Вообще удобнее. Вот я так... не в сапоге, а наступая на него. Не. Лестницы. Вот мы и к выходу прошли. Туда мы не пойдем. Почему? Потому что там, скорее, по-моему, тоже просто выйдем. О, тепло сразу. Покажи нас вид туда из окна. Как лучше туда пройдем? А, да там дальше мы не пройдем? Нет, это все. Одну часть прошли. Рождение диггера. Нет, это рождение не здесь. Да, это я прикалываюсь. Мы можем пойти на ту точку, где вы слазите, где вы не лазили. Куда нам дальше? Сейчас выйдем, посмотрим карту. Ну как тебе? Ужасно. А? Ужасно. Тебе не понравилось? Нет. Да ладно, а сама говорит, пойдемте дальше, что там дальше. Я хотел просто посмотреть. Ну так сходить. Да ладно, пойдем дальше. А
этой одежде. Передай привет Сереге, скажи, где мы были. А то он спрашивает, что ты напялила костюм. Мы в отрезвителе. Отправляйтесь на юг. А? В похмельном отрезвителе побывали. Сейчас уже все, ну почти чистенькие все. Ну, только педаль у меня, коленочки. Поскольку пришлось поползать. Вот так вот у нас проходит. Суббота сегодня, да, вроде?